Сегодня в православном мире чествуют Иверскую икону Божьей Матери. Точный список с чудотворной иконой привезли в Россию в 1648 году, когда престолом правил царь Алексей Михайлович. Был случай с дочерью царя Алексея Михайловича, это был очень благочестивый правитель. Он пожелал, чтобы для исцеления его дочери с Сафонской горы был привезен чудотворный список этой иконы. Он был привезен, дочь получила исцеление, после этого царь берет эту икону с собой в поход против Польши. Поход успешен. Чтобы отблагодарить Бога за помощь, Алексей Михайлович строит знаменитую Иверскую часовню и помещает туда список образа Божьей Матери, который находится там и по сей день. Мы, люди, живущие в физическом мире, часто через физические вещи какие-то получаем помощь от Бога. И когда мы празднуем день, связанный с иконой, мы ведь не празднуем праздник самой иконы. Мы вспоминаем дела, которые Господь совершил по молитвам Божьей Матери через этот образ.